Приветствую вас, меня зовут Лилия Донскова, и сейчас я вам покажу новинку из каталога Oriflame номер 11. Это косметичка Органайзер, вот так она будет выглядеть, и у нас с вами есть возможность попробовать ее в оригинале, то есть посмотреть, пощупать, попробовать ее даже наполнить. Я ее извлекаю из упаковки, и сразу, что мне нравится, это ее цвет, яркий такой, насыщенный цвет фуксия. Здесь есть надпись Oriflame, и она достаточно вместительная будет, потому что посмотрите, какое большое дно у косметички. Внутри, давайте рассмотрим ее внутри. Здесь есть такой вот подвесной маленький кармашек для мелочей, как он интересно открывается. Да, это косметичка такая на молнии, малюсенькая. То есть сюда можно сложить все маленькое, кисточки, может быть, какие-то отдельные палеточки с тенями, чтобы их не растерять в органайзере. А внутри еще есть очень удобные штучки. Это, сейчас покажу, с одной стороны такие вот резиночки, видите, держалки, то есть куда можно поставить флаконы, чтобы они не бултыхались. А с другой стороны, вот так вот достану, здесь кармашки. Кармашки в сеточку, их два, даже три кармана. Три кармана, и в них тоже можно все что-то положить и поставить. А, кстати, эта косметичка, она легко отстегивается. То есть мы ее от крепочки отсоединили, убрали. Можно ее носить отдельно, кстати. А можно прикрепить обратно, и она будет здесь у нас бултыхаться. Как закрывается органайзер? Есть у нас здесь специальный шнурок. Она вот так затягивается, эта косметичка, и фиксируется, чтобы ничто никуда не убежало. На вес она просто пушинка, невесомая, легенькая такая торбочка. А сейчас попробую в нее сложить все новинки, которые нам прислали в 11 каталоге. Посмотрим, сколько же в нее поместится. Итак, приступаем. Первый пошел. Буду так ставить. Так, второй шампунь. Аромат. Маска. И еще куча места, очень много места, еще вот такие масочки сюда положу, много блесков, количество 10 штук, и все еще полно места остается, смотрите, сколько там всего, и места еще много, и все еще можно ее закрыть, вот так вот аккуратненько, и все здесь будет здорово располагаться. Кстати, прикольная штука, очень удобная, самое главное, легкая и оригинальная, и яркая. Я очень люблю такие яркие, эффектные аксессуары. Поэтому я думаю, что она будет пользоваться большой популярностью, и очень-очень быстро кто-то все выкупит. Поэтому не откладывайте свой заказ на последнюю неделю каталога. Будьте всегда в первых рядах, и тогда вам достанется абсолютно все, что вышла среди новинок с каталоги номер 11. Спасибо вам за внимание. Если видео полезное, ставьте лайк. А я думаю, оно полезное. Посмотреть, да, все внимательно пощупать. Кстати, она такая пухленькая, еще забыла сказать, что она внутри что-то как синтепончик какой-то. Она очень пухленькая и за счет этого держит хорошо форму. Вот такая вот удобная косметичка. А теперь точно все. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro Stop Video.